Дальний Восток. Уникальная природа и уникальный климат идеально подходят для большинства сельскохозяйственных культур. Но эти условия также оптимальны для роста и развития сорняков. Высокая засоренность полей Дальнего Востока – основной фактор, сдерживающий реализацию продуктивности культурных растений. У нас в Приморском крае основными злостными карантинными сорняками являются такие, как амброзия полынолистная, марь белая, осоты несколько видов, также является повелика. Используем почвенные гербициды, также после используем гербициды по двудольным сорнякам, стараемся использовать отдельно, и используем гербициды по злаковым сорнякам. Стараемся применять раздельно, так как все-таки это наименьший стресс для растений и более эффективно это. Но когда погодные условия вносят свои коррективы, применяем баковые смеси. Самый важный момент – это простота применения, смешиваемость, период защиты действия, дождеустойчивость. Широкий спектр действия, соотношение цены и качества, а также проявление наименьшей фитотоксичности на растении. После действия гербицида – это очень важная вещь. Каждый, кто выращивает культуру, будь то соя, кукуруза, зерновые какие-то, для всех это очень важно. Мы выслушали мнение специалистов и четко понимаем, что проблема с засоренностью актуальна и требует системного, профессионального подхода и эффективных гербицидных решений.